Тебе бы с парнями собраться вместе в отпуске. С какими парнями и зачем? С какими парнями? Или ты Джека Шепарда и Тему парнями назвал? Пупсик, ты чё? С ними, с Джеком Шепардом мы довольно часто виделись. Рутгер Хауэр, там в сервер вышел 15-го, может покажем аудитории? Пока не могу, у меня страйк на канале. Вот, попозже. Как раз уеду когда, наверное. Ну, за этим самым, хорошо. Ладно, чё, давайте играть, только я не помню, игра-то у меня установлена. Нет, вроде установлена. Я точно не помню, и честно скажу, я не помню от слова совсем. У меня там сейчас настройки все сбились, наверное. Да. Слушай, а можно было, похоже, сделать вот так вот, привлечь их внимание, чтобы они... Короче, здравствуйте. Депрессия лечится алкоголем. Алкоголем и сексом. Ну, типа... в сочетании может привести к новой депрессии. Неудобно, но... Твою мать! Как я должен был туда попасть? Мне что, перемещаться надо? Я не люблю перемещаться. Из дробовика помощнее было. Ну, может быть. Не волнуйся, еще ничего не потеряно. О, вот теперь все потеряно. Я не знаю, машинально не выстрелил. И там. Скажи, они похожи на Маргариту и этого. Прицел бы, говорю, нормальный. Под эту пушку. Хотя бы 1000 набрал. Все ровно набрал 1000. Слишком хорош. То есть, хоть бы хрен. Надеюсь, вы не слышите звуки с улицы, потому что у меня там какой-то пьяный отец кричит своей, надеюсь, не пьяной дочке, которой там порядка 5 лет. Бля, ну чё ты, ёпта, ну покажи, как ты на веке, сука, катаешься, бля. Ну ёпта, ну покажи. Отец матери кричит. Хочется выйти, втащить, но мне лень, это далеко идти. Вот. 11,3 у него на глазах швами. Я могу ошибаться. Это он слепой? Ну, мне проспойлерили немного, но, в общем... Ребята! Так вы определитесь, закрыли или открыли там, нет? Сука. Закрыто, открыто! Ну это было красиво, скажи. Deus Vult. Плохая идея. Я не то хотел сделать. Их можно было запереть там. Сука, так пересрал что-то. О. Чат. В смысле сквозь стену? Мудилы. Обидно было. Обиженный убежал. На белом. Я всегда считал, что если есть какая-то проблема, то... Тут к ней тварь. Прикинь, меня взрывом бросает на пол, я падаю такой... Она такая, эй, куда ты смотришь? Вот. Я его где-то еще видел. То ли в мультике,
После этого, то он что, не вы... Ну, в смысле, не выжил? Димон! Ну, блин! Луис! Луис! О-о-о, обидно. У меня много моментов по жизни было, когда не было ни денег, никакого там просвета на ближайшие месяцы. И я такой... А, похуй, короче. Поехали с друзьями, нажрёмся водки и будем сидеть довольные, короче. Нормально. То есть, все зависит от того, как ты вот это вот. А если ты не вот это вот, то как ты его вот так вот. Пью! Бабах, вот твои проблемы, вон они где. О боже. Знаете что? У меня жена меня спаивает. Чат. Откуда это мне? Откуда? Спокойно, спокойно. Бежим! Ты, сука, у тебя жопа бронированная, что ли? Я не пойму. Мама! Нет, 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 нет! Боже, блин, это так тупо! Сдохни! Окей. Я ненавижу тебя, просто ненавижу. Хорошо. Не режь меня, сука. Жизни! О боже мой. Эван, ты чё пришёл? Попукать, да? А то чё-то давно тут не это самое. Вот, все, никакой бойни, а ты волновался. Так, это у нас в результате украшенные золотом песочные часы в вашем дипломате. Воу! Это что было-то такое? Увидели анимацию, как будто он на меня напрыгнул, но я уже убил носителя. Сам упал, а он напрыгнул на то место, куда я должен был упасть по катсцене, да? Ломано? Чё за нахер? Артур будто сиси своим идёт. Не, ну, типа, на вебке выглядит примерно так. Тоси, ну, я все понимаю, но я же тебя и так целыми днями глажу. Как ты без меня будешь 2 недели, когда я в отпуск уеду? Че, иди, не надо когтями только. Они так обидно ржут. Пошел от него, мудила! Я кому ск... Артур, хватит серию там спойлерить и тому подобное. Вот. Однако, не хочешь спойлерить, ты вставляешь какой-нибудь арт. И вот вводишь, допустим, Resident Evil 6, компания за Криса Арт. Твою мать, боже. Какие у них огромные члены. Это просто пипец. Я не знаю, кто это рисует, но... Ладно, не вводи. Я не хочу твою психику повреждать, зритель. Это я тебе говорю, 99%. Это Крис и Пирс. Вот с такими, короче, и бегают они. Боже.
серьезно, это ненормально. Я какого только дерьма не видел, но с Resident Evil 6 у меня реально было тяжело. Бэтмен. Серьезно? So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Эй, мы тут. А, такой. В смысле? Сука, только убей меня. Смысл.